Всем привет, подключаемся к трансляции. У нас сегодня она необычная. У нас цикл, домашняя природа. Я прям в собачьем раю нахожусь. Мои ноги пытаются попробовать маленькие щеночки. Уже злостные, уже злые. Ребят, смотрите, что тут творится. Тут еще круче. Смотрите, что тут. Целая куча их. Ребят, короче говоря, мне от вас нужна помощь. Сколько щенков осталось? 8 отличных щенков питбулей. Кому нужна реально качковская собака вся в мышцах? Обращайтесь, у меня ВКонтакте есть пост, самый первый сейчас на стене, про щенков, и там есть ссылочка, у кого можно их приобрести. Какие проблемы есть в воспитании? Никаких. Грызет стены. Кому не жалко стен? Во Львов отправишь? Отправишь во Львов, Серег? Да. Вообще не вопрос. В Казань тоже отправишь. Да, можете приезжать и забирать. Главное, договоритесь, да, родословные все дела. Ничего, если я возьму на руки щенка? Я один раз просто взял шрам на спине. Подарил, да? Йо-йо-йо-йо. Так, ребятки, смотрите, какое чудо. Чудико. Ребят, в Иваново, Нижний Новгород, куда хотите. Клевые питбули, смотрите, какие крутые. Нормально. Это самое. Ребят. Вот такие малыши. Обращайтесь к хозяину в пост. Точнее, вся информация есть в посте в Инстаграм, ВКонтакте. Заходите, пишите хозяину. С удовольствием. Блин, я в себе взял, если бы у меня не было двух собачек. Так что, ребят, этим с вами и хотел поделиться. Ребят, всего доброго. Всем пока-пока.